Всем привет! Вы на канале «Вкусно, просто и бюджетно». Сегодня я готовлю картофельную запеканку. Она у меня с грибами, мясным фаршем, сыром, помидорами. Это очень вкусный и сытный обед для всей семьи. Смотрите, какая она получается аппетитная. Для начала отвариваем 0,5 кг картофеля. Делаем из нее пюре, добавляем одно яйцо и 50 грамм сливочного масла. И хорошенечко разминаем. Грибы у меня шампиньоны 300 грамм и мясной фарш 0,5 кг будем обжаривать с луком. Нарезаем лук четверть кольцами и кладем на сковороду и слегка обжариваем. Грибы нарезаем вот тонкими пластинами. Когда лук уже подзолотится, добавляем к луку грибы. И также обжариваем, пока не испарится из грибов вся жидкость. По вкусу солим и перчим. Растительного масла я влила 2 столовые ложки. И все, перемешиваем и ждем, пока испарится вся жидкость. Готовые грибы перекладываем в тарелочку, добавляем на сковороду 2 столовые ложки растительного масла и выкладываем мелко нарезанный лук. И также обжариваем до золотистости и теперь выкладываем фарш. Фарш также солим, перчим по вкусу и разминаем вот так хорошенечко. Мешаем, разминаем комочки, чтобы они не были крупные сильно. Также обжариваем слегка, пока не испарится жидкость. Готовые перекладываем в тарелочку. Форму, в которой я буду запекать, я смазала сливочным маслом. Выкладываем половину картофеля и распределяем по дну формы. Сверху выкладываем обжаренные грибы. На грибы я положила немножко зелени. Это по желанию. Сверху посыпала сыром, у меня моцарелла, 200 грамм у меня всего сыра. И на сыр выкладываю оставшийся картофель. Хорошенечко распределяю по всей поверхности и выкладываем обжаренный фарш с луком. Также распределяем хорошенько по всей поверхности и выкладываем сверху помидоры и посыпаем сыром. И ставим в разогретую духовку до 190 градусов на 20 минут. Смотрим, когда сыр подзолотится, значит все готово. Очень вкусно. Рекомендую приготовить. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем приятного аппетита!